осознать, что достойное по делам своим я получаю. Тот человек, который сознательно скажет это, увидит это, почувствует огромное облегчение. Когда что-то очень тяжело на душе, очень происходит что-то, такие неприятности большие, совет, святоотеческий совет, стоит запомнить. Надо начать повторять. Сначала, может быть, только одним языком, потом умом, потом и сердцем. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Сколько раз повторять? 20, 40, 100, 200. И увидит опыт, говорит, опыт уже огромного числа людей, говорит, скорбь, как внутреннее состояние души, уходит.